Хорошая новость, матч Краснодар-Зенит состоится. Плохая новость, судить его будут Мешков, Карасев и Вилков. Что? Не я и-и-и-и-и-ит. Почему обязательно они? Ладно, я потерплю 5 июля. Ха, лошара. Зенит грохнул твоих телят со счетом 50 и стал чемпионом страны. Вот блин. Даже в Лиге чемпионов не сыграем, а жаль. Ладно, в следующем сезоне будем сильнее. Шинавс захотел покушаться. Если ты не дашь ему покушаться, то он выдаст черный экран и перекинет тебя на Windows XP. Так, где там хлебушек? Я сейчас сделаю тебе мои фирменные бутики. Ты только подожди. На, вот тебе бутик. Надеюсь, никакого икра. Поздравляю, вы выиграли в лотерее 10 миллионов рублей. Они уже летят к вам через МКС. Ура! Ой, какое-то уведомление. На ваш счет положили средства суммы в 10 миллионов рублей. Стоп. Тогда что это ко мне летит? Вот же блин Белинский, это бомба взрыва. Максим был расчленен после бомбовзрыва, и поэтому читать шашипшки буду я. Привет, это я Уинченберг 27, и я пришел тебе поставить оценку. Интересно, какая она? 8 из 10. Плавный переход есть, хороший синтезатор речи есть. Нормальные иконки, нормальный шаблон. Все сопровождающие звуки верные. Почти все ошибки качественные и смешные, но из-за неправильного шрифта снижаю на 2 балла. Ура! Спасибо, что оценил мое видео. Кто мне звонит? Опять конверт. На самом деле я так тебе сюрприз подготовил. Зайди в диспетчер задач. Интересно, что там? Нет. 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 Там куча процессов, связанные с мем. Ох, наконец-то меня вылечили. Ленка, можешь уходить. Это конец серии. А что всегда бывает после конца серии? Только не синий кра ра 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 ра